Итак, сегодня делать мне практически нечего. Так, секундочку, кое-что поправлю. Делать сегодня что-то нечего, компании для игры в Dark Souls у меня нет, впрочем, я его даже не стримлю, поэтому мы сегодня посмотрим, сможем ли мы полностью на русском записать небольшой такой отрывочек из Shadowrun. Я купил его, я не особо им доволен, но, пожалуй, просто ради того, чтобы что это одна из тех игр, которые я могу стримить, я попробую его переначать за другого персонажа. На русском я, пожалуй, все-таки буду читать и переводить. Видимо, это популярно. Вот. Так что давайте, пожалуй, приступим. Начнем с новой игры. Перевод, наверное, будет жуткий, но... Ну, посмотрим, в общем, в целом. Если подумать, персонажи собираюсь создавать какого-нибудь довольно дурацкого. Или не очень дурацкого. Я, наверное, все-таки возьму в этот раз эльфа. Просто потому, что я идиот. Класс у меня будет нулевой. Посмотрим, сколько у меня это все получится. Господи, эльфы выглядят жутко. Знаете что, давайте уж без эльфа. Уж лучше человека взять или два. Они, походу, всех успели попортить. Орки выглядели заметно веселее. Что-нибудь такое в готическом стиле, жуткого вида. И класс у нас будет рандомный. Ну что же. Да-да-да-да-да. Это мы помним все про карму. Пояснять, я думаю, не стоит. И у нас есть целая куча очков, чтобы распределить. Если бы мы выбрали класс, у нас автоматически было бы уже что-то выбрано. Так, так как у нас человек, у него все средненько. Ну да ладно. Так. Хитпоинты, в задницу хитпоинты. Мы нынче развлекаемся как можем. Нам нужен квикнес. Мы будем сражаться все-таки с огнестрельным оружием. Только его тут прям-таки миллион. Возьмем квикнес у нас 1, 2, 3 уровня квикнеса. Ranged Combat. Пока возьмем так, 2 уровня сюда. Посмотрим, что у нас есть. Пистолет, SMG, дробовик. Ну и тут еще уклонение снизу. Покупим. Его взять, в принципе, стоит. Его даже, пожалуй, стоит замаксить. Сколько это возможно. Значит, у нас есть дробовик. Это практически не то. То есть тут почти везде эмшот. А, вот эмшот у этого есть. Пистолеты как-то прям такие дофига всего. Пожалуй, вот с пистолетами побегаем. Будет у нас пистолет, и где здесь была такая замечательная фишка, как... А, вот он, декинг. Харизма мне нахрен не нужна. Я буду декером разгуливать. Так.
Так, это KSP Control. Так, 3 очка здесь. Тейкинг. Раз. Чисто хит. Будет у нас что-то такое невнятное совершенно. Так, это у нас следующий дрон. Ну, мы так далеко не заходим. У нас еще появятся очки кармы. Так или иначе. Так. И у нас еще есть 3 очка. Куда же мне их потратить? Я думаю, я их запихну в контроль дрона. Сделаем и еще одно очко оставим про запас на что-нибудь. Так, confirm. Так, имя персонажа. Плевать. Итак, ваши апартаменты 3 часа поутру. У нас есть 4 стены, крыша, и она ничего не горит. Даже тараканы ушли отсюда, так как эти апартаменты худшие, что они могли бы найти. Ну, это уж точно не мечта бегуна. Но сейчас и здесь это лучшее, что у нас есть. Так сказать, работа агента — это все, что у нас есть, и она обычно заключается либо в изобилии, либо в голоде. Однажды ты крут, у тебя есть дофига работы, и ешь ты в 5-звездочных ресторанах, в другой, ну, ты в таких апартаментах. Сегодня у нас день голода. Наш фиксер ленивец и не приперся, поэтому деньги у нас кончились. Осталось всего лишь пара копеек. Не знаю насчет этого самого понятия sinless. Это что-то из глоссария, скорее уж. Какой-то непривязанный, совершенно свободный. Свободный голодать в остатках, так сказать, от своих денег. Точнее, я бы сказал, что свободный голодать в остатках сообщества, управляемого мегакорпорацией, которая просто хочет высосать последние йены из вашего кошелька. Что-то должно измениться, причем очень скоро. Да, я говорил, перевод будет жуткий, так оно всегда получается. Ваши апартаменты, 2054 год, 3 утра и так далее и тому подобное. Что мы можем сделать? Мы можем посмотреть на все. У нас есть записная книжка здесь. Так, записная книжка, календарь, контакты. Ну, все в таком роде. Посмотрим список контактов. Что ж, список довольно-таки тощий. Картер, Детройт, Фиксер. Не отвечает на запросы. Даут, Бегун, умер. Фелтон Нэш, Фиксер. Не появлялся с февраля. Новый Ларри, бегун, мертв. Сэм Уатс, бегун. Непонятно, скорее всего, что валяется где-нибудь в подворотне. Или в канаве. Сенгома, бегун, мертва. Халф Джек, торговец. Или ушел из бизнеса, или мертв. Список продолжается, но все в нем или мертвы, или же где-то пропадают. Ну или же готовятся стать мертвецами. Что ж, посмотрим календарь. Он пуст, но мне чем заняться, у нас нет работы. Что ж, отложим нашу записную книжку. Диафон звонит, заставляя нашу голову болеть. Походу надо ответить, непонятно что там. Кусочек бумаги с вашим текущим банковским счетом. Достаточно, чтобы заплатить за следующую неделю.
что у нас здесь есть. Ваш компьютер. Великолепный образец 2050 года. Ну и все, что можно сказать. Что ж, давайте проверим наш видеофон. Экран оживает, заставляя вас зажмуриться от яркости. Лицо на экране улыбается вам. Это Сэм Уоттс. Эй, привет, приятель. Думал, я никогда с тобой не встречусь. Он ухмыляется. Он опять пьян. Или хуже. Ты упоролся, бро. Очередная усмешка. Ох, ну не надо мне... Не беспокойся. Со своей стороны. Вообще-то меня здесь нет. Единственная причина, по которой я звоню и с этим видео, кто-то меня прибил, я мертв друг. Видимо, это должно было случиться. Если уж ты полная задница, как я, ты стремишься зависать с другими такими же типами, которые... частенько попадают в неприятные ситуации. Ну, как ты, например. Что ж, почему я мертв? Да кто знает. Может, моя вина. Интересно, где же ты сейчас? И... надеюсь, тебе крупно повезло, и сейчас ты живешь полной жизнью. Некоторые из нас прирожденные победители, ну, а некоторые из нас, что ж, такие, как я. Эй, помнишь тот забег для Ренраку, когда все пошло к чертям и мы потеряли Дауда? Или этот непонятный самодельный салун в доках? Я ведь тогда действительно спас твою задницу, не так ли? Дауд. Это имя, которое вы не слышали долгое время. Три года до того. Самодельный бар в Сиэтле, в доках. Ночь, когда Даута убили. Мы занимались бизнесом вместе с новым Ларри около 6 месяцев. Он боевой маг. С хреновой тату на все лицо и плохим отношением ко всем. Он знал Дауда настолько же долго, сколько и вы, Дауд. Никогда не видел никого, кто умер бы так до того. Идиот. Он трясет головой. Я ненавижу этот чертов город Стилкроу. Это... здесь мокро, и дождь словно кислота, и я хочу убраться отсюда. Мы должны подождать, когда нам принесут деньги. Да, действительно. У нас тут вся ночь, чтобы ждать. Сэм вступает в разговор. Я не знаю Стилкроу. Сэм хороший парень и может нормально драться. Правда, он слишком часто пьет, что мешает ему. Конечно же, он никогда не пьет, когда он на работе. Ну, по крайней мере, он до того не пил. Привет. А, здорово, Джек, иди. А, у меня все-таки работает микрофон, а то охранач молчит, предатель. Ладно, давай. Ага. Что-то все-таки должно пойти было не так. Ладно, сейчас сделаем небольшой реверанс. Итак, Сэм хороший парень и может постоять за себя, но он частенько пьет. Никогда на работе, ну, до сих пор. Но за ним надо присматривать. Он трясет головой.
этот забег пошел к чертям. Ну, короче говоря, совсем пошел в тартарары. Теперь еще и посредник задерживается. Пожалуй, не буду называть их фиксерами, пускай будет посредник. Что-то кажется тебе интересным? О, да. Это чертовски интересно. И чертовски загадочно. Посмотри, куда он нас отправил ждать. Это, черт побери, должно было быть публичное место. Прекрати болтать, Сэм. Мы оба знаем, Даут умер. И это не... И это была заслуга. Но заслуга не посредника. И не любого другого параноидального дружка. Вроде твоих. Сэм скалится в улыбке. Я ждал этого всю ночь. Новый Ларри... Хочешь что-то сказать, не так ли, Ларри? Ну давай же, скажи нам. Ты весь на нервах. Он смеется. На нервах? То есть, я на нервах? Да ты трясешься весь день, парень. Посмотри на свои руки. Ты что, опять пил, Сэм? Во время забега? Нет, ни капли. Ни сегодня. Вообще никогда. Что-то омрачает его лицо. Он пододвигается ближе к новому Ларри. Опасный на вид. Нас же подставили. И он знает об этом. Не так ли, Ларри? Что это за звонок ты совершил перед тем, как мы... Ударили по Дренраку. Как так получилось, ты не мог поджарить этого парня до того, как он разрядил свой магазин на Подауду? Я же видел, как ты бросил... Тот самый копье молнии, парень. Оно должно было поджарить его к чертовой матери, прежде чем его пушка покинула кобуру. Новый Ларри смотрит на часы, облизывает губы, смотрит через ваше плечо в темноту. Он кого-то ждет, и это уж точно не посредник. Ладно, я вижу, куда это все идет. Вы, ребята, долбанутые. Я ухожу. Что, Ларри? Держал нас здесь достаточно долго, да? Он останавливается с улыбкой. Посмотри туда. Извини, Стил Кроу. Мне, конечно, ты нравишься, но деньги мне нравятся больше. С Сангом вмешивается разговор. У нас тут проблемы. Новый Ларри становится расслабленным и посылает тебе жуткую усмешку. Посмотрите-ка, похоже, мои друзья из Дендраку все-таки прибыли. Что ж, они соберут этот жесткий диск с вашего тела, господа. Мы должны выбирать наших друзей более тщательно, Стил Кроу. Ну, по крайней мере, у нас есть друг... Мы друг у друга есть. Что ж, ты будешь скучать, если меня не станет. Оставьте мага, убейте остальных. Что ж, не будем проходить туториал. Ой, кривой перевод, это как всегда кривой перевод. Итак, что у нас есть? Это невнятные модели, кулаки... Дробовик, а погодите, это Сэм. А что у нас? У нас, наверное, УЗИ. Нет, Беретта модель 70. И Фичелли Security 500. И кулаки. Нафига нам
винтовка. Что у нас есть? Прицельный выстрел. Итак. Переключи Сэму в дробовик.